какого времени квартира ваше владение находится? Это не да, кстати, я. Нет, квартира, когда купили вы, вашим хозяином квартиры, с какого времени находится? Год-два. Я точно сейчас не могу сказать. Когда купили квартиру в этом году? Это было 2 раза. А с какого времени сдаете цену? Мы сдаем с октября месяца. Ну, почему вы знаете, что вы занимаетесь конструкцией, почему вы сдаете? Но мы не знали, что так это. Ответственность будет? Да? То, что ответственность? Да, ответственность. Я же не знаю. Со слов соседей вы знаете, что они занимаются конструкцией? Ну да, я догадался, потом узнал, да. Суд переходит к ней следующего. Вы знаете, Жаксыбаева Кунукбай Рамазановича виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного статьей 341 прим. 1 Кодекса Республики Казахстан об административном правонарушении, то есть за предоставление помещений для занятия проституцией и назначено наказание в размере 300 месячных расчетных показаний